Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про роль України в міжнародній політиці. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Пане Юрію, я вас вітаю. Власне, перше питання. Пройшло декілька вже місяців після інаугурації нового президента України Володимира Зеленського. Чи можна порівнювати діяльність його адміністрації з попередниками на міжнародній арені? Сравнивать всегда возможно. Вопрос заключается в глубине этого сравнения. И какой комплекс вопросов, в том числе и на международной арене, они неразрывно связаны с тем, что происходит у нас внутри страны, какой комплекс вопросов будет рассмотрен. Конечно, сейчас, когда все сосредоточено вокруг там, принятия, непринятия, протестов, формулы Штайнмайера и так далее и тому подобное, то мы как-то зацикливаемся на этой ситуации взгляд изнутри страны. А очень важно посмотреть на то, как это происходит, как мы смотримся, и в том числе украинская дипломатия, в широком смысле этого слова, начиная от президента и заканчивая там министром иностранных дел, как это видится извне нашей страны, там, из Москвы, из Берлина, Парижа, Вашингтона и так далее. И вот здесь есть, то есть однозначного ответа нет. И его никогда не было и в предыдущие 5 лет, при предыдущей администрации, и его в принципе быть не может, потому что мы живем в очень динамичном изменяющемся мире, где ситуация может измениться буквально в считанные дни. И пример непосредственно от Украины, а вот принятое решение там, президентом Трампом вывести американские войска из Сирии и начало турецкой операции против курдов. Казалось бы, чисто международная такая ситуация, но она имеет глубочайшее воздействие на электорат президента Трампа, потому что среди его сторонников очень много верующих христиан, людей, для которых Израиль, библейские земли и те, кто защищают христианство, а курды относятся к светской части мусульманского мира, вот как Азербайджан, которые всегда были противниками такого фундаменталистского ислама. И вот то, что их бросили на произвол судьбы, очень негативным образом отразилось в Соединенных Штатах Америки, что и показывают очередные опросы. До речі, сьогодні курди протестували в Україні під посольством Сполучених Штатів. Чому немає реакції України? Власне, тому що про це говорить зараз увесь світ, повертаючись до попереднього питання. А тому що ми не хочемо портити відносини з Турцією. Турция – важный партнер с точки зрения принадлежности Украине Крыма и защиты крымских татар. Ведь крымско-татарская община в Турции очень велика. Она по численности больше, чем крымские татары в Украине и даже в России вместе взяты. Поэтому с точки зрения такой близлежащей с точки зрения украинской дипломатии, лучше с Турцией, как говорится, на рожон не лезть, потому что это довольно серьезный игрок не только в Азово-Черноморском регионе, на Ближнем Востоке, и учитывая особые отношения, не то что особые, но довольно определенные отношения Москвы и Анкары, Турции и России, в частности в Сирии, но и не только. Нам бы лучше не отойти в сторону, потому что этот конфликт Турции с курдами, он настолько многокомпонентный, в него втянуты Европа, арабский мир, за исключением Катара, выступил против Турции, Иран против Турции.
И Турция чувствует себя в несколько, знаете, осажденной крепостью. И тут еще нам выступить с какими-то протестами, можно попасть под горячую руку. Эрдоган довольно эмоциональный политик. И поэтому как раз можно понять нашу дипломатию, которая решила немножко повременить, посмотреть, как будут развиваться события. Чи можна вже говорити про певні плюси чи мінуси зовнішній політиці адміністрації Зеленського? Нет, сейчас вот таких вот прямых последствий тех или иных действий на внешнеполитической арене нет, они находятся в состоянии только начала и развития. Ну, если там говорить о формуле Штайнмайера, там, о регулировании конфликта на Донбассе, но и не только. У нас есть очень серьезная внешнеполитическая проблема, это Приднестровье с нашими молдавскими партнерами, соседями. А в чем складність цього питання на сьогодні? А это вопрос в значительной степени тоже внутриукраинский. Потому что есть определенные силы внутри Украины, которым выгодно замораживание Приднестровского конфликта. Но он фактически уже есть замороженный майже 20 лет. Да, и в этой заморозке вина не только Москвы. Да, она на 95% московская вина, но там есть и вина Киева. Когда-то Арсений Яценюк, будучи министром иностранных дел, это было больше 10 лет назад, давал пресс-конференцию в Киеве, на которой я присутствовал и задал ему этот вопрос, уже off records, как говорится, уже после окончания. Он сказал, так что же вы хотите, мы же не можем решить. Я спросил, почему мы не можем закрыть наглухо границу с Приднестровьем, и тогда он просто задохнется, этот регион. Говорит, так как можно закрыть, если это прямой канал контрабанды, наркотрафика и так далее, который через Украину идет, может быть, он там что-то и остается и так далее. Поэтому, да, это тоже очень большая проблема Украины, в том числе, и это все меняется, но проблема Приднестровья, она сродни проблеме Донбасса. И если будет как в той или иной степени урегулирован конфликт на Донбассе, это непосредственно скажется на урегулировании конфликта в Приднестровье, потому что это будет модель. И наоборот, потому что есть попытки урегулировать на основе так называемой федерации, там, Молдовы и так далее, и сделать это как бы образец того, как бы внедрить вот этот вот неподконтрольный Донбасс в тело Украины. То есть Москва играет многокомпонентную игру, как на Донбассе, так и в Приднестровье. У нас просто об этом мало пишут, но это не означает, что это для нас не имеет никакого значения. Проблема в том, в это юго-западное направление, в том, какой будет Молдова, наш сосед, это очень непосредственно касается нас, в том числе и в частном вопросе. Ведь проблема переговоров с «Газпромом» по поводу транзита газа непосредственно касается Молдовы. Ведь она сейчас получает газ через территорию Украины. И если будет прекращена подача газа через нашу газотранспортную систему, то Молдова останется без газа. Потому что интерконнектор из Румынии Молдова построит только весной будущего года. З вашої точки зору, станом на сьогодні Україна все-таки є суб'єктом чи об'єктом зовнішньої політики, скажімо так, в G20? Я бы не так ставил вопрос. Есть внешнеполитические вопросы, в которых мы являемся объектом. А есть, где мы являемся субъектом или должны стать субъектом. Это очень большая разница. И вот попытка сдвинуться в донбасском урегулировании с помощью формального признание формулы Штайнмайера, о чем мы, наверное, еще будем говорить, это есть попытка Киева стать субъектом переговорного процесса, без которого невозможно урегулирование этого конфликта. Потому что мы же сталкиваемся, особенно из Москвы, забрасывается идейка, что нечего с Киевом разговаривать. Москве надо договориться с Вашингтоном, там в скобках Берлин, Париж, ну и так далее, и там все будет решено. То есть вот эта вот психология ялтинского
контроля над миром, который там был в Ялте, в Потсдаме решен и так далее, он, вот этот вот синдром, он продолжает болеть, Москва продолжает им болеть, а сейчас в особо острой форме. И вот эта вот идейка не субъектности Украины, а ее подчиненного положения, что, мол, мы являемся сателлитом Соединенных Штатов там, и Европейского Союза, в зависимости от того, кто об этом пишет, она во многих случаях подхватывается пророссийской агентурой здесь и внедряется в сознание какого-то количества наших граждан. И вот та дипломатическая работа сентября-октября месяца, она и призвана сделать Киев субъектом этого переговорного процесса, без которого невозможно урегулирование, то есть за спиной Украины невозможно донбасское урегулирование. Насколько это получится успешно, мы сейчас сказать не можем. Но то, что вот предпринято украинской дипломатией, там, президентом, вот недавно, там, буквально вчера, министр иностранных дел, и на заседании в Люксембурге, где наш министр встречался с министрами иностранных дел стран Европейского Союза, и вроде бы была выработана единая позиция, это, в принципе, мы пока еще не знаем, в чем эта позиция, но это, допустим, по понятным причинам, накануне нормандской встречи не хочется раскрывать все карты. Но, тем не менее, я думаю, в Москве об этом уже знают, потому что там российской агентуры в Европе достаточно, как и в Киеве. Вот. Это есть вот такой вот способ. Еще раз повторюсь, насколько он будет удачным, ну, видимо, до конца года мы узнаем. З вашої точки зору, наскільки є сильним український фактор у майбутніх виборах президента України, які будуть у 2020 році? Ми знаємо всі ці історії із сином Байдена, із розмовою з Трампом. Ваша точка зору з цього приводу? Я думаю, що влияння українського фактора на американські вибори сильно преувеличено і теж є елемент російської пропаганди. Не тот ігрок Україна. Я вам даже больше скажу. Влияние российского фактора на американские выборы тоже сильно преувеличено. Поэтому мне представляется, что к 2020 году о всей этой истории с Байденом будет или забыто, или еле-еле о нем будут упоминать. Потому что еще неизвестно, станет ли Байден главным кандидатом от демократов. Пока происходит падение его рейтинга. Там на первый план в демократической партии выходят люди совершенно другого направления, склонные к левацким для Америки очень такими, я бы не сказал прокоммунистическими, но просоциалистическими идейками. И вот эта госпожа Уоррен, которая очень сильно начинает теснить Байдена на предстоящих праймериз в штате Айова, вот эта ситуация может привести к тому, что об украинском факторе вообще забудут, потому что она не системный политик, ничем таким не известна, не занята. Она занималась чисто американскими делами. То есть, может быть, на нее им найдут компромат, но не международный, а чисто внутренний. Ну, власне, така була і ситуація з Трампом. Мало хто думав, що він буде кандидатом, потім мало хто думав, що його виберуть у 2016 році. Да, і надо сказати, що його і не вибрали. Просто особенность американской выборной системы, ведь за Клинтон больше голосов 2, на 2 миллиона больше голосов было. Это просто особенность такая американская система избирательная, что она выдвинула Трампа на первое место. Поэтому вопрос этот, мне кажется, что он очень сильно преувеличен и тоже представляет из себя внутриполитическую украинскую борьбу. Мы прекрасно понимаем тех украинских политиков, которые пытаются эту ситуацию использовать в своих целях, как и протесты. Ну, до речі, багато хто критикував Зеленського, президента Зеленського, за виступ на Генеральній асамблеї ООН. Сказав, що він був непідготовлений. Ваша точка зору, він вже на сьогодні ствердився як політик міжнародного масштабу? Да, я би ответил так, скорее да.
у него, конечно, недостаточно опыта, но за вот это вот время его международных встреч он очень сильно, ну, нельзя сказать, что вырос как политик, как в международном масштабе, но пока очень сильных проколов на встречах с иностранными лидерами, в общем-то, не было заметно. Я бы, например, ему не посоветовал говорить на английском языке, потому что он вот на этом марафоне 14-часовом пытался на вопросы иностранных журналистов отвечать на английском языке. У него недостаточно беглая речь, и он допускает обмолвки и нарушения, грамматические нарушения. Это может привести к неправильной трактовке текста, особенно при переводе неквалифицированным переводчиком. Приблизно така ситуація була з президентом Бушем молодшим, коли він намагався говорити іспанською. Так, да, от приблизно так. Он думал, что если он из штата Техас, где 20% населения испаноязычное, так он уже и по-испански говорит. Да, лучше пользоваться услугами переводчика-синхрониста. Но вот на этом марафоне таких проблем не возникло. Но это не значит, что они не могут возникнуть в будущем. Но с точки зрения, вот, я бы не стал придавать особого значения той речи в Организации Объединенных Наций, с которой он выступил, потому что там очень много глав было государств, которые выступали еще в менее заполненных залах. Поэтому это не имеет особого значения, и об этом уже, в общем-то, и не имеет смысла говорить. Сейчас главная задача украинской дипломатии – это, во-первых, сохранить режим санкций, в первую очередь европейских, и, во-вторых, максимально привлечь Соединенные Штаты к переговорному процессу, насколько это будет возможно. Но тут проблема не столько для нашей дипломатии, сколько внутриполитическое положение в Соединенных Штатах, положение президента Трампа, атаки на него со стороны его политических оппонентов и, в общем-то, некоторая разболтанность американской исполнительной власти в силу объективных обстоятельств от Украины никак не зависящих. Ну, от ми вже згадували про формулу Штайнмаєра, яку підписала Україна, зокрема, другий президент України Леонід Кучма. Давайте пояснимо нашим глядачам, у чому її суть. Суть цієї формули – це маленький вопрос із мінських протоколів. Формула Штайнмаєра рішає одну узку задачу – проведення виборів на неподконтрольній території. Смысл этой формулы в том, что выборы проводятся по особому закону, который еще Верховная Рада должна утвердить. А потом, если они будут признаны состоявшимися и демократичными, в чем есть определенные сомнения, то тогда этот особый статус на этих территориях, значит, вводится на определенный период времени, предусмотренный украинским законодательством. Но это, так сказать, канва. Вот формула Штайнмаера – это не закон прямого действия, она не имеет прямого действия, это канва. А вот она не наполнена механизмом и содержанием. И вот как только ее начали наполнять механизмом и содержанием, то тут между Киевом и Москвой немедленно произошли кардинальные разногласия. Потому что мы же поставили три условия – украинский закон, разоружение боевиков и контроль над границей. Но если это все принять для проведения выборов, то тогда вся донбасская авантюра Москвы полностью девальвируется, ради чего они все это делали. То есть вот эта вот московская идейка внедрить эту неподконтрольную территорию на каких-то конфедеративных правах в Украину, она вся рушится. Об этом вот на протестах не говорится, но на самом деле это так. Естественно, прямо против этого возразить Москва не может. И поэтому начинаются фокусы. То разведение войск не получается, то еще что-то нужно сделать. То есть начинается выдвижение не прямых условий в исполнение формулы Штайнмаера, а как бы боковых, асимметричных ответов. Отсюда и проблема. И второе, Москва считает, что для Зеленского, и в общем-то справедливо, очень важно проведение нормандской встречи.
А раз это так, то они считают, что Украина находится в положении просящего. А раз в просящего, то у них вроде сила, и они могут там не отвечать или не внимать этим просьбам. Вот это вот, вот вопрос, видимо, эта проблема была в какой-то мере решена на заседании в Люксембурге, о которых мы говорили, где Украина заручилась поддержкой наших западноевропейских партнеров. Ну, все ж таки, з вашої точки зору, підписання цього документу є позитивним чи негативним для нашої держави? Я вважаю, що в такій постановці питання, коли три цих умови повинні бути виконані, це був позитив. Тому що ми заставляємо тоді Москву щось робити проти. Вони ж все время говорили, от Україна не хоче проведення виборів. От 5 років. Там, или там, 4 года предыдущей администрации из Москвы все время говорили, Украина не хочет проведения выборов, она против, ну и так далее. Весь этот набор кремлевской пропаганды. А теперь мы хотим выборов. Мы согласны на выборы, но при этих условиях, вполне понятных и, в общем-то, правильно вытекающих из Минских протоколов, где написано по украинским законам выборы. И вот тут прямо возразить Москва не возражает. Начинаются боковые ответвления. Ну, это стандартный дипломатический прием. Зараз ви згадали, проходять у нас акції протесту під загальним гаслом «Ні капітуляції» проти підписання якраз формули Штайнмайера. Наскільки вони можуть бути загрозливими для діючої влади? Ні, я думаю, це не внешньополітичний, це внутріполітичний український процес, це боротьба опонентів президента проти нього на внешньополітичному полі, де його опоненти вважають, що він недостатньо опитний і може совершить ошибки. И это, во-вторых, это косвенно играет в пользу Москвы, потому что она говорит, так как с ними можно договориться, они между собой не могут договориться. В отличие от России, где все в едином порыве только так, как Путин сказал. Это на самом деле не так, но внешне это выглядит, по крайней мере, представляется так. И в-третьих, это, к этому добавляются действия промосковских элементов внутри нашей страны, мы же знаем о них, которые таким образом пытаются ослабить, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Пока это не опасно. Пока это не опасно. И то, что вот мы видели 14 октября, оно, в общем-то, закончилось, ну, мягко говоря, цели не достигнуто, тех, которые ставились. Но это не значит, что к этому надо благодушно относиться. И лучшим способом против этого, это, конечно, будет твердая позиция украинской дипломатии и определенные успехи на внешней политической арене, в первую очередь в работе с нашими западными партнерами. С вашей точки зрения, станом на зараз, Минск, скорее, живый, чем мертвый? Я бы сказал, что он находится в, как это, знаете, когда голова уже не работает. И вот это полуживая конструкция, за которую сейчас держится только для того, ну, которая используется в дипломатической игре с целью заставить противоположного партнера сказать «нет, мы больше Минском не занимаемся». И если это московское, Москве так хотелось бы спровоцировать Украину, чтобы мы в конце концов хлопнули или там дверь, или ударили по столу и сказали, все, мы этого Минска больше знать не хотим. Если мы под это дело заручимся поддержкой наших партнеров, и будем, за нами будет определенная проукраинская коалиция, какая была там в 2014 году, и так далее, то на такой шаг можно будет пойти. Но это довольно скользкая и опасная игра, и она потребует очень серьезных дипломатических усилий. Сейчас очень сложно сказать, чем это может закончиться. З вашої точки зору, станом на зараз, чи необхідне переформатування нормандського формату, вибачаю за тавтологію, Україна, Франція, Німеччина, Росія? Было бы желательно, но этого не будет. Москва будет стоять, как говорится, за нами Москва. Помните этот лозунг?
Потому что включение туда Соединенных Штатов и тем более Великобритании, которая занимает очень жесткую антироссийскую позицию, Москва на это никогда не пойдет, в полной уверенности, что только с давлением Парижа и Берлина на Киев она может достигнуть своих целей. А если туда придут американцы и тем более англичане, то тогда вся эта конструкция московская, она рассыпется. Поэтому они будут очень жестко стоять на том, чтобы этот формат остался, вот, формат четырех. Трохи до інших питань. Давайте перейдемо, хоча лишається не так багато часу. Чи є перспективи розвитку України зовнішньополітичних відносин з такими великими країнами, як Туреччина, про яку ми згадували, Саудівська Аравія та, головне, Китай? Насчет Китая – это вопрос достаточно сложный, потому что внутриполитическая ситуация в Китае из-за медления экономического роста Китая, снижение его возможностей – раз. Во-вторых, концентрация Китая на противостоянии с Соединенными Штатами, Японией, Южной Кореей и частично там Вьетнамом в меньшей степени – она снижает интерес Китая к Европе и, ну и, соответственно, лучше к Украине тем более. Определенный интерес Китая к Украине может быть связан только в экономической сфере, потому что Китаю могут понадобиться определенное количество сельскохозяйственных товаров там, или чего-нибудь еще такого. Потому что вот эта идея «один пояс, один путь» китайский, она частично должна была, он должен был пройти через Украину, но сейчас она явно выдыхается из-за больших проблем, в том числе и в Китае тоже. Поэтому я бы сейчас не концентрировался на взаимоотношениях с Китаем. Китай не будет стоять на стороне Украины. Он будет заниматься определенным таким вот как бы в стороне, потому что ему нужно сохранить определенные отношения с Россией, заставить ее стать младшим партнером в этом тандеме, как элемент противостояния с Соединенными Штатами, косвенно с Японией. Поэтому на сегодняшний день серьезных перспектив присутствия Китая в Украине не просматривается. Может быть, в будущем они появятся, но это опять же зависит от самого Китая. Если коротко, Туреччина, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия сейчас будет концентрироваться на проблеме нефти, потому что с 2025 года прогнозируется снижение потребления нефти в мире. Для них это большая проблема. Для них сейчас отношения с Россией гораздо важнее. Что касается Турции, то тут нам лучше, как говорится, говорить, что мы с вами в хороших отношениях, но чуть-чуть дистанцироваться, потому что Турция затеяла очень серьезную игру на Ближнем Востоке. И как бы нам эти искры того пожара, который там явно сейчас раздувается, как бы они нас не задели. И поэтому тут лучше, как говорится, немножечко быть больше осторожным. Ну, в хороших отношениях с Турцией экономически, да, конечно, обязательно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.